Всем привет, дорогие друзья, с вами Залел, и мы сегодня с вами поиграем в Far Cry 4. Ссылка на официальный магазин Ubisoft в описании, также и на Soft Club. Будем надеяться, что здесь оптимизация будет получше, чем в Assassin's Creed Unity. Да и вообще, Ubisoft, будьте же вы людьми, только прошел эту игрушку, Unity имеется в виду. Тут Far Cry 4, блин. Будем надеяться, где-то часов 8-9 здесь займет прохождение. Мистер Гейл, это Чет Питерсон из посольства США в Патне. Касательно вашего заявления на туристическую визу в Индию с дальнейшим посещением Керата. Мы можем только признать ваш статус гражданина США относительно вашего гражданства в Керате, у нас нет данных. Кроме того, я призываю вас воздержаться от поездок в Керат. У нас в Керате нет официального дипломатического представительства ввиду неспокойной террористической обстановки. Поскольку вы намереваетесь привезти с собой останки некой Ишвари Гейл, вам следует иметь при себе паспорт. Эй! Паспорт. В чем дело? Четкое задание. Задержать автобус. Да, а ты дебил. Ты все просрал. И я всегда точен в формулировках. Задержать. Расстрелять. Задержать. Расстрелять. Эти слова что? Похожи? Не по плану. Прости, не расслышал. Что? Не по плану, значит. Бесит, когда что-то идет не по плану. О! Тебе дали простое задание, а ты все испортил! А у меня теперь ботинки все в крови. Ладно, нет худа без добра. Дети остались живы. Вставай. Эти глаза я узнаю из тысячи. Прости, я не так представлял себе нашу встречу. Совсем не так. У нас делегация. Все заждались. Кстати, как тебя звать-то? А это кто? Твой дружочек?
Он у тебя тихоня. Прекрасно. Мне так неудобно. Я планировал все совсем не так. Но что поделаешь, если... Если ты кормишь обезьян, а те кидаются дерьмом. Кстати, о, не поддержишь? Так, буквально секунду. Я хочу сделать фото. Вот отличный кадр. Класс. Не беспокойся, мальчик мой. Вскоре все забудется. Нас ждут великие дела. Ведь я отложил все дела ради тебя. Мы с тобой оторвемся по полной! Господи, он больше псих, чем вас. Я уже не говорю про его наряд. Какой ты гульман. И передавай привет Эшли, когда поедешь домой. Надо сказать, у тебя тут весьма уютный уголок, Пол. Я ожидал больше цепей, стенаний, но... Думаю, где-то здесь есть темное местечко, где всего этого в избытке. Тебя выдает ухмылка в очередной раз, Деплёр. Что? Давай, сними чертов мешок с его башки. Аджай, мне жаль, что все пошло так. Поверь, отнюдь не этого я хотел. Итак, еще дубль. Знакомство. Аджай Гейл, наш дорогой гость. Пол, радушный хозяин, и эта обезьянка, как зовут, увы, не знаю. И, наконец, я, Пейган Мин. Ты и правда меня не помнишь? Твоя мать что, совсем никогда обо мне не говорила? Ну, исправим это. Пол, дай денег. Да, сколько нужно? Все. Спасибо. Да, так вот. Так, вот это, с улыбкой. Это ты? Это я. А я порой сомневаюсь. А твоя мать? С другой стороны, понимала меня лучше всех. Знала меня, как никто другой. Воспоминания. Последний раз я видел Ишвари... Лет 10 назад. Сказала, что любит. Женщины скажут тебе, что любят в тот же момент. Но мужчины не такие. Мужчины крепки задним умом. Только когда уже поздно. И когда твоя мать решила бежать в Штаты, прихватив и тебя, я винил только себя. А потом я понял... Что я ни при чем. Нет. Все сраный золотой путь. Сучьи террористы разрушают все. Сиди. Тебя не учили, что слать смски за едой неприлично? Посмотрим. Дай телефон. Ребятки, это... А, проверить? А, со мной Аджай Гейл. Ой, как мило. На помощь. И это СМС. Кто уже зовет на помощь СМС-ками? Надо было кричать. Сейчас мы с тобой над этим работаем. Ну же, зови. Зови на помощь. Помогите. Жалкая попытка. А ну, зови. Помогите. Давай всерьез. Помогите. На помощь. Адиафрагмы. На помощь. Послушай. Не. Друзья за тобой не придут. А ну, допросите его. Террористы. Ну, так, прошу, подожди меня здесь. Рекомендую Рангун. Терпение, я скоро вернусь. Юма, поболтаем. Что здесь происходит? Я вообще не понимаю. Это просто ужасно. Крепость Деплёр. Так, замечательно, конечно. Но исследуйте особняк Деплёр. Ага, понятно.
Так, денежки можем подобрать. Ну-ка, давайте-ка подберем. Так, как подобрать-то? О, отлично, подобрали. Нифига себе, вы... Вы посмотрите, что они жрут. Мозги мартышек, офигеть. Если вы не знали, то это очень дорогое блюдо. Я даже на ютубе видел, как там готовят такую фигню. Сейчас вспомню, как называется видео. Что за херня? Да, что за херня там происходит? Вы сюда пошли или куда? Так вот, видео называется «Убивают жителя планеты». Что там делают? Короче, берут ложки, живую мартышку до полусмерти избивают. Потом мозги вроде замораживают или что-то там делают и жрут. В общем, ужасно, ужасно. Причем это все очень дорого стоит. Так, вот видим каких-то уже братишек. Насчет графики можем сказать, что... Вылитый Far Cry 3. Практически ничего-то и не изменилось. Но это еще только начало игры. Кстати, есть одна пасхалка, ребят, если вы не знали концовку. Там я уже смотрел многие комментарии. Если постоять здесь 10 минут где-то или 15, то можно пройти игрушку за 15 минут. Вот. Давайте посмотрим. Мне вот очень интересно. Давайте. О, наконец-то дождался. Как это мило. Завидное терпение. Я прошу прощения, что заставил ждать какие-то террористы, что ли. Крабовый рангун? А? О. Прекрасен. Ну, ладно, в путь. Знаешь... Странно, что матушка поручила тебе вернуть ее прах сюда, на родину. Так. Спасибо, Камран. Ты зовешь меня с собой? Боже, Аджай, конечно, зову. Пепел сам себя не развеет. А мать рассказывала тебе об отце? Никогда. Махан, предводитель Золотого Пути. Та еще сука. Твоя мать должна была лечь под меня. Но пришла любовь, дочь родилась. Тут у Махана крышу и сорвало. Вас с матерью он выслал из страны, а твою сестру, Лакшману, вообще убил. Лакшмана не должна быть больше одна. Я рад, что семья снова в сборе. Прошу. Да, такого я не ожидал. Вот так вот. Усоединить маму с Лакшманой. Давайте. Так, что, уходим, все? Или нас не отпустят? Ну, вот. Что, полегчало? Попустился? Супер. Может, теперь мы наконец доберемся до чертовых пушек? Все? Да, вот эта концовка, кстати, классная. За 15 минут пройти всю игру. Клевая пасхалка. Ну, естественно, мы с вами сейчас начнем с того же места, потому что, ну, все-таки как-то не по-людски на этом заканчивать. Вот, ну, продолжаем мы с вами. Дубль 2. Ребятки, давайте сейчас будем брать. Так, во-первых, денежки. Денежки нам надо подобрать. Гульманская валюта, замечательно. Ну, в принципе, теперь, конечно, маленькие такие спойлеры появились. Но теперь мы хоть знаем хоть что-то. Так, активности Золотого Пути в последнее время. Читаем, на паузу ставим, ребятки. Такое, блин, да кто это читает? Так, сундук. Ну-ка, что там?
патроны для пистолета. Ага. Замечательно. Так, туда, наверное, мы не сможем пройти, ну да. Потому что в прошлый раз я просто устал, стоял, думал, когда же он выйдет-то. Конечно, мы тут практически родственники. Так, не перетрудись на работе. Привет, папа. Надеюсь, ты отлично проводишь время в Дубае. Мама сказала, что ты... целую Эшли? Так, погодите. Неужто это дочка Гульман? Что-то я вообще не пойму. Так, вот это я не могу уже прочитать почему-то. Во, могу теперь. Путевые заметки мистера Пола Хармона. Ну, то есть, понятно, это чужие вообще. Хотя... Погодите, еще раз прочитать. Перетрудись на работе. Объединение банков или чем-то... Ничего себе. Так, погодите. Надо тут все исследовать нам. Так, сюда не пройти, черт. Слишком жирные, слишком толстые мы. Так, здесь... О, блин, сколько у нас уже 20 тысяч гульманских денег. Да... Памятка трансляции с колокольни. На-на-на-на-на. В общем, понятно. Как Зимбабве. Во. Патрон для пистолета. Да-да, денег тут до хрена, я понял. Все ворую у этого Гульмана. Все до последней капли. И лучше быстрее отсюда уходить, пока с нами то же самое не сделали. Или погодите, мы наоборот идем сюда. Тук-тук-тук. Тук. Господи, надеюсь, ему черенок от лопаты не засовывает кое-куда. Давай-ка повторим. Черт. Я должен быть уверен, что ты понял, чего я хочу. Итак, ты понимаешь, почему ты сейчас здесь? Точно, это же вот хозяин дома-то, точно. И получается... Дочка-то его была, но... Чё-то я тупанул. Не Гульман. И значит, не хочу делать тебе больно. Я хочу выслушать. Ты знаешь, все говорят, что я умею слушать. Просто скажи мне, кто твои друзья? Что они задумали и когда? И обойдёмся без... Так, дыши. Мы знаем, что ты здесь шпионил. Откуда ты знаешь о Джая Гейла? И что Золотой Путь хочет от него? Прости. Приветик. Слушай, я на встрече не могу говорить. Да, у нас тут все непросто. У нас новый клиент, и я пока не уверен, что мы договоримся. Да, конечно, я перезвоню, как только закончу. Думаю, уже скоро. Как девочки? Да? Ну, отлично. Чмокни их от меня. И я тебя. Да-да. Все, пока. Ну да, как я и сказал, кстати. Знаешь, давно бы бросил все это. Но вот жена... Она меня не поймет. Пару лет назад с компанией начались проблемы, а мою работу стали отдавать на сраный аутсорс. Вот. Вот сюда, например. И херас, я офисная крыса. Я. Но не жопа. Послали домой лечить нервы. И вот, жена на работе, дети в школе, а я что ни день сижу на диване и пялюсь в зомбоящик. И тут я увидел его. Доктор Фил. Вы про него знаете? Доктор Фил. Это нечто. Так вот, он сказал, а я запомнил, потому что это засело мне в голову, что если я хочу стать счастливым, мне нужно найти правду в себе. Озарение. Я осознал, что мне надо заниматься тем, что я умею и люблю. Увы. Если вам, ребят, кстати, не нравятся диалоги, что мы слушаем, просто мотайте. Вот что я сделаю. Я стану лучше, самым лучшим. Блин. Я пройду полмира, чтобы выполнить свою работу. Я встал с дивана. Я кормлю свою семью. Я мужик, мать твою. Посмотри. Я улыбаюсь. Я могу заниматься этим весь день.
что, мать твою, давай. Откуда ты знаешь о Джае Гейла? Дыши. Черт. Так, ну, в общем, понятно. Все, пойдемте. То есть, ребят, мотайте, если вам не нравятся диалоги. Аджай Гейл, я Сабал из Золотого Пути. Золотой Путь? Мы друзья. Я знал твоего отца. Мы спасем тебя, сын Махана. А как же Дарпан? Для нас сейчас главное – вытащить тебя отсюда любой ценой. Дарпан бы понял. Теперь пойдем. Блин, нас заметили. Туда! Быстро! Аджай, как только открою дверь, пригнись и беги к грузовику. И как можно быстрее. Понял? Да, я понял. Раз, два, три! Черт, я хотел пострелять! Вперед, вперед! Так, не высовывайся! Побежали, 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 ребят! Так, ого! Так, так, убегаем, убегаем, убегаем! Черт! Так, все, добежали! Ё-моё, слоники! Так, контрол для лечения. Блин, я помню, как он вправляет палец. Ну, точнее, в третьем, так как он вправлял. Так, чтобы прицелиться... Ага. Так, да... Ох, какой взрыв. Чёрт возьми. Скорпион. Блин, музычка такая интересная еще. Так, 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 сейчас главное у них попасть. Они что-то как-то подлагивают. Осторожно! Если что, я играю на высоких, то есть не на максимальных. И то, видите, что-то происходит. Пора все-таки апгрейдить свой комп, я уже понял. На, блин, да как вы... Так, 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 лечимся, лечимся. Откуда у нас бинтики-то, интересно? Так, тут еще, братки. Аджай, слышишь меня? Прием, Аджай Гейл, слышишь, нет? Прием. Слава Кире! Это Сабал! Где ты? Хрен знает. Дерьмо. Водитель мертв. Так, слушай сюда. Оглянись, где-то рядом должна быть вышка. Отправляйся к ней. Мы как раз туда пробиваемся. Идти к вышке? Понял. Ты справишься, Аджай. Конечно, справимся. Нам бы, знаете, справиться бы с лагами этими чертовыми. А так, в принципе, ну, нормально. Доберитесь до колокольни. Так, хорошо. Аптечка. Что еще у нас есть? Канистра не берется. Так, понятненько. Что делать-то будем? Давайте сзади обойдем их. Что за фигня? Так, незаметность. Основа. Индикатор обнаружения показывает, насколько враги могут вас заметить. Если шкала полностью заполнена и мигает, значит, вас заметили. Нажмите Т, чтобы бросить камень и отвлечь... А, во-во-во, я вспомнил, да. Все прям как в третьем. Ну, слава богу, у нас, надеюсь, бесконечные камни-то. Мы так. Хотим только поговорить. Выходите же, ну! Конечно, только поговорить, конечно. Вот как раньше. Кто-то это построил. Так, тихо. Это просто жуткое недоразумение. Покажитесь, мы все уладим. Или ветер, или почудилось. Так, 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 пойдемте, пойдемте быстрей. Куда? Черт возьми, со стелсом у меня, ребят, всегда плохо. Не так, убили. Тихо, тихо, нужно. Ну, о, автомат.
Слава богу, дали обезьяне автомат. Удерживать, чтобы двигаться, удерживать, чтобы обыскать. Тут, кстати, ребят, что-то с русским дубляжом, ну, не очень все хорошо. Слышали, да? Он по рации нас звал. Откуда такое хорошее качество? А вот потом нормальное стало, да. Ну, по рации же, знаете, какое качество? Не такое же? Так, тихо. Твою ж мать! Ну вот, об этом я и говорил, ребят. Что я, к сожалению, по стелсу не умею проходить. Хотя в Far Cry 3, там, кстати, была такая миссия интересная. Правда, уже не вспомню, как называется. Вот я ее прошел легко. Так, удерживаем, опускать. Пока чаек у меня тут. Так, стынет. Чуть нальем. Сейчас, подойдите. Просто, понимаете, горло уже охрипшее у меня. Это все от Assassin's Creed Unity, черт возьми. Без перерыва там 8 часов подряд записывал. Ну, даже больше. Я еще вам даже кооператив снимал. Но это чуть попозже я, конечно, выложу. После Far Cry, наверное. Так, тихо. Тут браток еще один. Так, у нас патронов дофига. Хотя, нет, смотрите. Один рожок. Так. Один братишка здесь. Возможно, поболее. Надо тут быть. Ох ты, смотрите, он что-то по рации сообщает. Нет, братан, не надо так делать. Не надо. Так, ну-ка, сходи быстро, собачка. Ага, хороший песик. Опа, там еще. Так, быстро убить твой. Оп. Так, естественно, мы его обыщем. Мало ли, что у него там есть, а? Доза... Чего там доза была? Так, окей. Он где-то рядом. Черт! Ну, такого я не ожидал. Я думал, тут точность повышенная. Так, хорошо, кстати, я... Что их убил. Вы можете плавать под водой, чтобы скрываться от врагов, чтобы вас не заметить. Так, ну-ка, давайте попробуем. Ага, все нормально. Это, типа, такой маленький туториал у нас. Хорошо. Так, братишки, ну-ка дайте вас обыскать. Что-то тут патронов, смотрите, как-то мало вообще. Так. О, запасаемся. Для пистолета, а у нас что? У нас, кстати, пистолета-то пока нет. Тихо. Так, вроде никого нет. А что это за крестик там? Посмотрите. Ну-ка. Эти животных можно убивать, да. Так, снять шкуру. О, опа. Так. Ой, тихо. Там нас заметят сейчас. Приманка. Так, да. Чтобы сделать приманку, освежуйте любое животное. Удерживайте Е. Откройте селектор оружия. Та-та-та-та. Бросайте приманку с помощью, чтобы приманить хищников в эту область. Так, а ну-ка давайте попробуем. Так, давайте. По-моему, я зря это сейчас сделал. Миша! Откуда он? Миша, ну-ка давай-ка его обработай. Ни хрена себе. Так, лучше, мне кажется, перезарядиться нам. Чёрт, куда пошел Миша? Мишаня! Я еще одну приманку хотел сделать. Развернулся. Чёрт, Мишаню хрен убьешь. Маленький Мишка, куда? Ладно, не будем его убивать, действительно, как-то это... А, мясо! А что, мы его не можем взять обратно? Бедный Мишка, только, блин... Ой, как мне его жалко, даже не покушал. Черт. Давайте пока обыщем их.
Так, удерживаем. Давайте. Всякая фигня. Доза героина. Да, мне все-таки не показалось. Чтобы бросить гранату, чтобы подготовить гранату. Да, я понял уже. Так, еще. О, еще одна. Коза. Точнее, не коза, а козел. Да, козел. А тут? Ну, тут хрен поймешь. С этой стороны непонятно. Не буду трогать. Да и, сами понимаете, наверное, я кое-чего отгребу. Так, погодите, куда нам? А, ну да, туда. Так, Мишка, ты меня не трогай. У меня, блин, тут гром-палка. Как выстрелит. О, ни хрена, перекаты даже есть. Почему-то мне, кстати, вспоминается Warface, потому что перекаты впервые я увидел в Warface. Ну, я, если что, не играл 2 года, так что, ребят, не надо меня посылать, типа, ой, говноед. Хотя много кто играет в Warface. Там, я помню, даже в клане состоял, там и батьки играли лет 35. Опа. Смотрите, там какой-то зверь непонятный. Так, а тут что? Это клетка. Используйте рукопашную атаку, чтобы ломать предметы. Хорошо. Что-то как-то не особо. А, во! Так, обыскать майки. Черт, бедный поросенок! Свинью, главное, смотрите, зарезали? И что? И что? А как же? Я не понимаю. У них тут до хрена еды, просто для забавы, что ли, убивают уже свиней-то. Так, патрончики. Ух ты, у нас 65 патронов. Неслыханно, слишком много как-то. Нет, отсюда мы навряд ли достанем, давайте чуть поближе. Хотя достанем, конечно, кого я обманываю. Так, у нас приманка есть, точно. Так, нажмите Z, чтобы достать или убрать фотоаппарат. Цельтесь, та-та-та. Фотоаппарат отметит их будет так. Но это в Far Cry 3 тоже была такая фигня. Так, а вот и хищник. Ну смотрите, как же я хищника-то... Так, еще один. Братан. И всего их 4. Хорошо. А нет, 5 даже. Как будем действовать? Давайте попробуем кинуть кусок мяса. Вот какие-то, смотрите, копья, что ли? Ножи, точно, это же метательные ножи. Так. Черт, заметили все-таки мудили, а? Миша! Мишаня, я тебя прикрою. Черт, какая просто идеальная команда с Мишкой, да? Ой, там еще один зверек. Выбрался на свободу, а вот тигр мне не особо нравится. Леопард. Так, я так понимаю, я последняя цель, да, остался у вас? Зверята. Так, а как-то сохраниться тут можно? Нет, тут нельзя. Так, сохраняться. Автосохранение, видимо, только. Это плохо! Нет, не будем нарываться, просто пойдем дальше. Вот когда будет свободная игра, нам сейчас главное же сбежать. На вышку. Или все-таки... Нет, я вспомнил, как в Far Cry 3 вообще было сложно убивать хищников. Не будем пока трогать. Аджай, мальчик мой, ты занят? Я тебе не помешал? Чудесно. Ты превосходный слушатель. Знаешь, за крабовый рангун я не обижаюсь, о вкусах не спорят. Но тебя должно быть порадует, что мы казнили повара за профнепригодность и убили всю его семью. Поверь, в следующий раз все будет иначе. Обещаю, больше не велю похищать звезд странных кулинарных телешоу. Окей, и все, больше он ничего не сказал? Типа, нормально, что я сбежал, да? Точно, псих какой-то ненормальный. Так, козочки, стоп. Простите, черт возьми, ну, козлов можно и убить. Вы ж козлы. Черт.
Не так жалко убивать. В игре, ребят, в игре. Так, приманка есть. Отлично. Черт, от нас приманки убегают. Ну-ка, если я могу... О, плотняк, точно. Чистое убийство, ого. Так, и... А, вот. Удерживайте и нажмите, чтобы перепрыгнуть провал. Ну да, да, я понял. Ого. А, не, нормально. Нормально, да. Сумели. Так, доберитесь до колокольни. Да сейчас быстренько доберемся. В чем проблема-то? Флаги какие-то. Так, можем, наверное, тут побежать. Опа. Так. Друзья? Френдли? Что-то как-то... А, по веревочке. Давайте. Так. Так, ну все, давайте. Оп. Вверх. Пока что вниз нам не надо. Какая бичевка, а? Сильная, да? Какая честь приветствовать тебя, сын Махана. Подумать только, сам сюда добрался. Сабал ждет тебя у башни. А вы тут типа сепаратисты или что? Что у вас тут за фигня? Распиваем, да? Отлично, разбиваются бутылки. Хоть что-то хорошее. А то я сейчас просто играл в Call of Duty, ну, записывал прохождение. И вообще перерывов практически не бывает, ребят. Записываю. Сейчас слишком много как-то игр повыходило. Что-то я за старую еще взялся. Первую часть Call of Duty. Тогда мне разбивались. Вот я просто сравниваю. Ну, просто информирую вас. Так, ух ты, блин. Здание такое, смотрите, какой дизайн. Как в Шанхае прям. Интересно. Типа вышка такая. Так. Ребята, я свой. Аджай, добрался. Молодец, сын Махана. Почему вы мне помогаете? Ты сын Махана Гейла. Может, ты и не знаешь, но в Керате его почитают многие. Особенно в Золотом Пути. Неужели эти парни ищут меня? Пэйган Мин хочет вернуть тебя любой ценой. Проклятие. Люди Пэйгана выследили нас. Появится в любой момент. Так, боеприпасики. Черт, да я и не против с этим гульманом-то походить. По крайней мере, все закончится очень быстро. О, смесь для огнемета, ничего себе. Так, ну постреляем. Тут уже какие-то Гималаи, я смотрю. Так. Патрончиков-то смотрите, сколько у нас. Так, может, еще Мишаню приманим? Ну-ка. Да у меня есть кое-что получше, приманки. Так, где Мишаня? Черт возьми, он должен с минуты на минуту. О, ну ладно, леопард тоже сойдет. Черт, смотрите. Ой, мудель, вот это баг. Вы видели, да, что у него пистолет в одну сторону, а автомат в другую был. Кобздец. Просто кобздец. Баг. Что, нет? А, наших убивают, вот в чем проблема. Извиняюсь, ребят, короче, да, я понял, что леопард как бы на нейтральной стороне. Ну, имеется в виду, что и против этой, и против этой. Хорошо, больше не будем трогать. Вот. Ладно, они. Я понял. Что-то большой какой-то разброс нашего Калашникова, а? Черт, где 2012-е калаши? Должны уже были завести. Так. Я потом, кстати, у Макса спрошу, может, вот кооператив-то пройдем. Так, хорошо. Вот, теперь уже не багуется. Ну-ка, дай-ка порулить. Черт. Так. Ни хрена себе! Только пистолет. А у меня что, пистолета нет? Ой, братишка, привет! Черт, я хочу сбить! Дайте сбить!
братка, да куда ты ДТП создаешь? Так, тихо. Отступаю, так вы сволочи умные. Есть! Плюс один, так, все. Ой-ой-ой-ой-ой, как-то я нехорошо так забрался, ладно. Накатались. Там еще бегут. Че так много сволочей-то, а? Так, выстрел в голову. Лавина? Так уходим, я понял. Так, ну в принципе это нам на руку, ребят. И противников смыло. Ты крепкий орешек. Все нормально, да? Что-то я не понял прикола. А как я здесь-то на горе оказался? Я же в здании был. Черт, зачем я спрашиваю? Где? Зачем тут вообще искать логику? Зря я начал. Как вы нашли меня? Увидели вертолет Пейгана. Решили выяснить, что он делает здесь, на юге. Везунчик. Мы были тут, когда пришло СМС от Дарпана. Что ж, пришли. Это Банапур. Штаб Золотого Пути. Кто это? Где Дарпан? Ему не повезло. Это Аджай Гейл, сын Махана. Я правильно поняла? Дарпан мертв, да? А ты притащил его. Слушайте, я тут вообще не при делах, ясно? Я искал Лакшману. У нас тут война, мать ее. Нет времени на туристов. И что мне было делать? Бросить его там? Прости, брат. Амиту легко разозлить. Я поговорю с ней. А Лакшмана... Может быть, это храм или монастырь. Но тогда надо искать на севере. На севере вражеские земли. Сейчас тебе туда не попасть. Придешь позже. Как будешь готов, приходи.